клетки шоколадки. И сегодня я отвечу на самые частые три вопроса из мультсериала «Губка Боб». Один из них будет мой, а некоторые два самые часто задаваемые. Давайте начнем. Первый, а также мы узнаем тайный рецепт вот этого вот крабсбургера. Также хочу сказать, что то, что я буду задавать вопросы и буду предполагать, что ответить. Кстати, пишите в комментариях свои возможные ответы. Может, у вас какие-нибудь другие ответы. Первый у меня вопрос. Почему губка такая? Все мы отлично знаем, что губка Боб из мультика живет под водой. И он похож реально на нашу губку, которую мы используем в разных веществах. На человеческую губку. А знаете ли вы, что есть такое животное, которое называется так называемая губка тоже? И, в общем, эта губка очень похожа на родителей этого губки Боба. А губка Боб сам, как вы видите, знаете, вот. У меня такой ответ, что, возможно, авторы предположили, что ребенок не знает такого животного. Вряд ли знает. Поэтому можно для фантазеров сделать губку. Обычную губку для пользования. Второй вопрос. Почему губка Боб работает в Красте Крабе? И сколько ему лет? Ну, это не такой часто задаваемый вопрос, но все-таки очень интересный. А почему губка Боб работает в Красте Крабе? И почему? И сколько ему лет? Ответ прост. Возможно, это студент, который окончил свою, как бы, окончивший студент, который работает сначала на повара. А может быть, он специально поступал поваром быть. Тогда почему он работает в ресторане быстрого питания, а не в нормальной кафешке? Которые не только обычные всякие бургеры. Вот. А теперь самый главный вопрос, который всем задают. Все задают. Какой тайный ингредиент крабсбургера? В общем, я вчера смотрела такую вот серию обычную, где губка Боб по разным как бы ходил. В общем, его уволили, чтобы у мистер Крабса был больше бизнеса и больше денег. Он уволил своего лучшего работника. Не знаю зачем. Это реально странно. Ну, ему важнее деньги, чем люди. Ну, в общем, и он, короче говоря, так сказать, уволил его. И, ну, понятные серии, где он ходит по магазинам, его везде увольняют. Ну, и вот у меня такой вопрос. А почему это? Почему? Я не понимаю. Что за секретный ингредиент? Вот я смотрела эту серию и в самом начале, когда странный крабсбургер готовил сам, губка Боб странный крабсбургер. Так вот, там сказали. У меня крабсбургер из краба. И булочка тоже из краба. Может, это просто переводчик. А может быть и правда. Секретный ингредиент – это краб. И поэтому крабс не говорит про секретный ингредиент, чтобы не огорчать себя и других. Ну, а с вами была Алима. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал и жмите лайки, потому что я для вас старалась и искала ответы. Пока-пока, мои друзьяшки.